умылась, фу, блин, этот же запах, уже в квартире этот запах прошел. Валентина Васильевна рассказывает, что сталкивается с проблемой засора канализации и подтопления подвала 4 года. В доме 47 она прожила более 20 лет и уже не верит в обещанный капремонт. В дворе 21 век, а у нас выгребная яма, которая не убирается. Запах усугубляет ситуацию. Подвальные помещения раньше сдавались в аренду. Теперь сюда трудно даже зайти, не то что работать. Я думаю, что в течение этой недели мы всю эту проблему порешаем. Закупается оборудование нами, значит, для того, чтобы промыть высоким давлением участки трубопроводов, которые идут от, ну, по границам эксплуатационной ответственности, в общем-то, это между нами и водоканалом. Мы эти участки промоем и постараемся, чтобы вот как можно меньше было такого рода момента. Многоквартирный дом 47 по улице Хлебозаводской построен в 1961 году. По устаревшему проекту отводы из квартир в канализацию идут отдельно из каждого подъезда. Трубы изношены. Частенько в них попадают и памперсы, и пищевые отходы, и игрушки, и многое другое. В первом подъезде подвала нет, и канализация проходит прямо по первому этажу. По просьбам жителей РЭП номер 4 ремонтируют часть трубы во втором подъезде. До еще начала капитального ремонта в связи с технической необходимостью. Произведена замена частично трубопровода, и в дальнейшем планируется замена оставшейся части. Дом включен в программу по капремонту до конца 2019 года. По плану обновят системы водоотведения и холодного водоснабжения, электрику и отопление. Общедомовое собрание проведено, и ход работ согласован с жителями. Документы отправлены в область. Однако фонд капремонта пока не определился с подрядной организацией, поэтому работы еще не начались. Техническая служба будет выполнять работы в течение этой недели. Вот, пожалуйста, мы как бы не только не отказываемся, мы всячески стараемся для того, чтобы нашим жителям было комфортно и удобно. К концу 2019 года работы по капремонту планируется завершить в этом и еще в 46 многоквартирных домах.